Всем большой привет! Обзор самых новых и интересных новинок из магазина Fix Price, который находится по адресу город Ижевск, магазин ЦУМ. Небольшой контейнер для продуктов, он небольшой, объемом 200 мл, продается в наборе с крышкой. Эти контейнеры еще удобно складировать друг на друга по размеру с мою ладошку. Продаются они в разных цветах крышек, пластик плотный, по составу полипропилен, цена 25 рублей. Высокая подставка для кухонных ножей, изготовленная из материала полипропилен. В этом магазине я увидела только в одной расцветке по цене 199 рублей. У подставки верх снимается, внутри она пустотелая. Снизу есть два отверстия для проветривания. При желании их можно закрыть. Еще один контейнер для продуктов, объем 2,1 литр, это одна и та же серия, большой размер, можно хранить все что угодно, даже замачивать шашлыки. Разные цвета крышек, пластик плотный, 149. Жаропрочная форма из стекла, продается в наборе с крышкой, объем 630 мл, крышка тонкая, изготовлена из полипропилена. Крышка не герметичная, она плотно закрывается и удобно открывать ее. Вторая форма из жаропрочного стекла немного отличается объемом. Эта форма намного больше, на литр 40 мл. Указано, что выдерживая температуру от минус 40 до плюс 400 градусов, можно греть в микроволновке, морозить, мыть посудомойки и готовить в духовке. Но, естественно, без крышки. Представлены они в двух объемах и в двух цветах крышек. Самая большая форма по цене 249 рублей. И на 630 мл 199. Новый ланчбокс с резинкой от Kitchen, объем 750 мл. И забегая наперед, сразу же скажу, что резинка очень тугая, неудобная будет в применении. И так как в этом боксе, я так думаю, будут храниться горячие продукты, в составе указано бамбуковое волокно и силикон, меламина нет. Указано, что этот материал выдерживает температуру до 100 градусов, и также нарисован значок, что греть в микроволновке ее нельзя. И все-таки в эту посуду я бы не рискнула накладывать горячие продукты, если только холодные. Если и есть в составе меламин, то при холодной температуре он никак не дает о себе знать. Продаются эти боксы в ассортименте, три варианта, но ценника пока нет. Банка для сыпучих продуктов со стаканом. Такую новинку я тоже вижу впервые. Банка высокая, большая, объемом 2,2 литра. Также она узкая, в руках удобно держать, не скользит, с необычной для меня крышкой. Мерный стаканчик есть, находится внутри самой банки. Продается в зеленом, желтом и в красном цвете. В применении эти банки, возможно, будут удобны, но в плане хранения будут занимать много места. В комментариях напишите, как вам такой вариант банок с мерным стаканом по цене 77 рублей. Пластиковая миска из серии Alter с необычными, но удобными ручками. Миска глубокая, объемом на 3 литра. Внутренняя часть глянцевая, тем самым удобно ее будет мыть. Внешняя сторона матовая. Продается в двух цветах, пластик не содержит бисфенола А и фталат. Красивая по дизайну, никакого постороннего запаха не имеет. Производит полимер быт, город Москва. 99 рублей. Эта миска тоже из серии Alter для снеков и салатов. Она глубокая, объемом 800 мл. Состав пластика полипропилен. Продается в двух цветах, без крышки. Цена 27,50. Набор пищевых совочков из серии Крита. 3 штуки, все они в разных объемах. И со стороны ручки. Есть небольшие дозаторы, также с разными объемами. А на каждом из них указаны миллилитры на пластике. Так же, как и на самих совочках. Объемы 75, 100 и 200 мл. Продаются они в трех цветах. Серый, красный и желтый цвет. Иногда на кухне они все-таки необходимы. Считаю, что нужная покупка. Цена 55 рублей. В Fix Price появились простыни на резинке, размер 140 на 200, высота бортиков 20 см, по составу полисатин, изготовлена в России, и указано, что резинка по всему периметру. Продаются они без упаковки, в разных расцветках, с различными узорами и цветами. Ткань приятная к рукам. Мне же понравилась эта расцветка, на мой взгляд, она самая симпатичная. Единственный минус, они продаются в одном размере. Цена самая низкая по сравнению с другими магазинами, 300 рублей.
Пододеяльник полутораспальный, размер 215x143, производит Россия, город Иваново. Ткань по составу 100% полиэстер. А в этом магазине две расцветки, цена 299. Простыня полутораспальная, размер 214x150, очень яркая расцветка. По составу ткань 100% полиэстер. У них тоже небольшой выбор расцветок, всего три вида. Цена 249. Большие фоторамки в новом дизайне появились для фотографий 10x15 см. Фоторамки немного отличаются друг от друга цветом. Есть серый, сиреневый и темно-зеленый цвет. С обратной стороны нет креплений. Сама рамка, она толстая. На подставке можно поставить как вертикально, так и горизонтально. 149. И еще одна симпатичная фоторамка. Края изготовлены из стали, красиво будет смотреться. С обратной стороны есть крючок, можно будет повесить на стену. И также на подставке поставить на полку. Продаются они в одном серебристом цвете, 77 рублей. Еще одна новинка в отделе косметики, это мезороллер для массажа лица. Ручка удобная, длинная. У роллера 540 игл на 1.5 мм. Если вы уже покупали его, напишите, пожалуйста, как он в применении. Не только мне, но и другим пользователям будет интересно про него прочитать. Написано, что разглаживает поверхность кожи при помощи микроскопических игл, усиливает эффект косметических средств, улучшает тонус кожи. Подробное описание и также написаны противопоказания. Обязательно прочитайте перед применением. По составу ПС и сталь. 149. Расческа для волос с обратной стороны зеркала. Расческа-массажка. Зубья жесткие, при расчесывании особенно длинных волос гнуться не должны. Сами наконечники изготовлены хорошо, волосы дергать не должны. Ручка небольшая. Изготовлена из двух цветов пластика. Продаются они в ассортименте. Все двухцветные. 149 рублей. Еще одна небольшая расческа для волос, зубья у нее более мягкие, с обратной стороны с нанесением детского рисунка. Продаются они в разных расцветках, и даже самые капризные девочки, которые не хотят расчесывать волосы, думаю, они им понравятся. Цена 99. Новая предверная вешалка с надписью HOME на 5 крючков, сами крючки изготовлены из тонкого металла, с обратной стороны есть две петельки для крепления к стене. Но по качеству они изготовлены ужасно. Даже не знаю, кто их купит. Длина этой планки 32x17. Отличается цветом букв. Цена 199 рублей. Еще есть такая планка в белом цвете. Но качество оставляет желать лучшего. Если, конечно, ее купить и доработать, но по цене 199 рублей вряд ли. А в отделе канцелярии появились новые блокноты, обложка необычная, жесткая, с отверстиями. Цвета есть бирюзовый, синий, сиреневый, пудровый, черный и красный цвет. В эти отверстия, скорее всего, будут забиваться пыль, грязь, сам блокнот формата А5 на 80 страниц. 199 рублей. Еще один блокнот, он квадратной формы, у него жесткая обложка, но в то же время она мягкая. Хорошо сказала, да? На 80 листов. Продаются они в разных расцветках, рисунок нанесен с одной стороны обложки. Вот мне понравился блокнот. 80 страниц, 149.